Всем привет, добрый день, магазин Истехник, Санкт-Петербург. Меня зовут Олег Кудрик, вот наши номера телефонов, мы в Санкт-Петербурге. Звоните, пишите, значит, сегодня краткое видео, лодочка СК-400. СК-400, комбинация лес. Вот такой вот у нас осенний лес с темно-серым цветом. Это 400 скат интегрированный фальшборд. Значит, лодка 400, каких 1,20 м внутри у лодки. К этой лодочке сделали диван в таком же цвете лес, с комбинацией серый. Лодка, сразу скажу, не маленькая. Деревянный транец. Лодку мы отправляем во Владивосток. Значит, у нас вот такие банки стоят. Размер банок у нас 1,35 м, ширина 30 см. Вот такие банки с усилением. Кокпит 1,20 м. Вот он. Кокпит огромный. Коврик я обязательно стелим лодочку. Да? Вот такой толстый, хороший материал. Мы специально вырезаем под размер. Он садится плотно, заходит вот здесь под баллоны. То есть плотненько в размер режем. Вот он идет. Вот, прячем его сюда. Все, сел. Коврик есть. Вот такая веревка. Сейчас перевернем, посмотрим ее с другой стороны. Итак, мы перевернули лодку СК-400. Интегрированный фальшборд. Пластиковый интерцептор. Значит, что хочу сказать. Сейчас броню, вот такую ленту, да, это у нас лента бронированная идет. Значит, где-то у нас 15, да. Эту ленту теперь на заводе стали вот посередине тоже ставить. То есть на средний киль теперь тоже идет бронь. До конца. То есть три киля забронированы. Тут еще были такие вопросы, у меня спрашивали расстояние между вот этими килями. Ну, от середины до середины я вот сейчас померяю. Это у нас получается 97 сантиметров вверх, да. В общем, от середки, да, я взял здесь середину, да, примерно, и здесь. То есть расстояние где-то получается 97 сантиметров между этими килями большими. Между малым и большим килем у нас получается 50. Здесь тоже 50. Вот здесь 50, 50. И так 90. И так получается 97. Вот такое расстояние между килями. В общем, сейчас будем колеса устанавливать. Сегодня у нас интересные новые колеса. Я вам покажу. Сегодня хочу рассказать о колесах. Специально для лодок СКАТ 3 тонн. НДНД удлиненные. Это колеса сдвоенные. Здесь две пары колес. Это для больших лодок, для больших моторов, если вес большой. Колеса у нас вот такие надувные. Здесь есть ниппель 26-85. Они сдвоенные. Дальше. Идет вот такая площадка. Площадка тоже необычная. Вот видите, она с двумя прорезами. То есть колеса под двумя углами будут у нас ставиться. Колеса идут с болтом. Я хочу их взвесить сейчас. То есть тут будет болт. И вот такая площадка. Ну, давайте взвесим, сколько такие колеса у нас будут весить. Интересно, многие спрашивают. Допустим, вес колес, да? Сейчас вот так вот. С площадкой получается 6500. Ну, почти 7 килограмм. Ну, плюс еще будет вот такой вот держатель эхолота, датчика эхолота, допустим. Ну, это будет 7 килограмм, да, с датчиком. Ну, примерно, да. Так, дальше. Есть, взвесили. Сейчас поставлю площадку, я уже установил на транс, да. Сейчас я вам покажу, как она работает. Ну, сейчас поставлю болт, хотя можно и флажок, наверное. Сейчас. Давайте сразу. У меня есть такой кронштейн, вот такой флажковый механизм, то есть без болта, с флажком вставляем.
Вот флажок отгибаем, все есть. У колес два положения. Первое вот такое, колеса вот так стоят. Вот они стоят. Не мешают двигателю при повороте двигателем, не мешают. Дальше можно поднять колеса еще выше. Вот таким образом зафиксировать. Вот колеса стоят так. Тоже, в принципе, места много, но это 1,20 м кокпит. Все отлично, да? Также опускается в это положение. Есть. Вот. Колеса сдвоенные для большой лодки. Это скат 400-450 плюс. Если там мотор будет большой стоять. Вот, сейчас я опущу. Мы сейчас даже лодку прокатим на них немного. Посмотрите. Вот они. Сейчас немножко прокачу лодку, чтобы вы видели, как это все двигается. Вот так вот на этих двух колесах. Хорошо, что сдвоено. Если там песок, они не будут зарываться. Вот так вот будем спускать лодку в воду с мотором. Итак, мы перевернули лодку SCAT 400FI, интегрированный фальшборд. Здесь вставочка вот такая, лес сзади конуса, видите? Комбинация с серым. Очень нравится всем этот лес, все хотят его. SCAT 400, ну хотите, давайте быстренько пройдемся по размерам. Значит, транец у нас здесь 41. Толщина у нас 37. Высота посадки с ковром, вот ковер у Эва, да, и банка стоит. Высота будет 45 сантиметров. То есть сидим высоко. Несмотря на то, что постелен ковер и установлены банки, высота 45 сантиметров. Сумка огромная. Сумка у нас здесь вырезана тоже, значит, 1,20 м. Специально внизу сумочка высотой 40 сантиметров. Сумочка, накладки мягкие. Есть. Ну, можем здесь еще высоту быстренько замерить. Самой лодки с интегрированным фальшбортом. Здесь высота от пола 78. Высоко, защищает от волны хорошо. Диван, светилес, сумка, термосумка еще вот такая установлена. Это термосумочка у нас делает, прицепляется за привал. Еще раз повторюсь, это лес. Ну, сейчас быстренько сяду. Благодаря тому, что баллоны у нас восьмерка идут, да, мы сидим очень высоко. Удобно. Ноги не затекают. Вот посмотрите, насколько я высоко сижу. То есть это бережет спину, защищает от длительной поездки, если уходим, да, 45 сантиметров от пола. Есть. Дальше идет диван. Можно также расположиться на диване. Удобная вещь, шикарно, просторно. То есть тут вообще даже 3 человека может сесть еще. Есть. Также на лодку будет установлен тент, колеса, мотор Yamaha. Это все у нас есть, мы все это устанавливаем. Если вам понравилась лодка, цвет лодки, заказывайте, пишите, звоните. Мы в Санкт-Петербурге, отправляем по всей России. Эта лодка данная поедет у нас во Владивосток завтра. Возможно, будет видео на воде, мы его потом выложим в Ютубе. Так что звоните, пишите, отправляем по всей России. Заказывайте, сделаем выгодное предложение. Всем пока! Хочу представить вот такой аксессуар для лодки SCAT. Пуфик, носовую часть.